всем! Меня зовут Ева, и я живу в Нижнем Новгороде. Я занимаюсь вокалом с 3 лет, а с 4 лет я уже выступаю на сцене и участвую в разных вокальных конкурсах. Я учусь в музыкальной школе играть на фортепиано, а еще я занимаюсь там сольфеджио. А в обычной школе мой самый любимый предмет – это немецкий язык. Я очень люблю петь. Мои родители даже устроили мне вокальную студию, чтобы я могла больше заниматься. А еще я просто обожаю писать книги в жанре фэнтези. В моей комнате повсюду припрятаны мои рассказы и стихи. А мою первую книгу «Космо-тираны Селли» я написала в 5 лет. Папа хочет отдать ее в издательство, чтобы ее смогли все прочитать. Где же в моем городе меня еще найти, если я не занимаюсь музыкой и не пишу очередную книгу? Конечно, в студии звукозаписи у своих друзей, которые помогают мне с записью песен. Мы шутим, придумываем что-то новенькое и интересное. Весело проводим время, одним словом. Куда я люблю ходить и где отдыхать? Конечно же, в караоке. Меня там уже все знают, и гости клуба, и официанты. И я обожаю, когда там по вечерам много людей. Многие из них отдают мне микрофон, и я пою подряд несколько песен. Прямо как небольшой концерт. Чем больше слушателей, тем лучше. Это и есть самые прекрасные моменты в моей жизни.